Все, можно, можно, да. Можно. Нервничаю, да. Вот праздник футбольный приходит в Россию, на него мы потратили все свои силы. И хоть потрепала нас Олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада. Плевать, что не очень дела в королевстве, на дело благое отыщутся средства. Опять свои недра раскрыла страна, и мы насосали на чемпионат. И вот как велели нам Дима и Вова принять Кубок мира, Россия готова. Стадионы, отели, менты, полиглоты, вот краткий итог многолетия. Летние работы мы в грязь не ударим лицом пред планетой. Недаром ее мы пугали ракетой. В общем, все хорошо, только есть одно но. Команда у нас, прямо скажем, говно. Ребята играют настолько хреново, что не подобрать для них слова иного. И всем очевидно, что грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов. И если не предотвратим мы угрозу, то вновь нас поставят в привычную позу. В общем, хоть до турнира осталось 3 дня, тренера нужно нам срочно менять. Вы спросите, кто же нас выручить может, кто в столь короткие сроки поможет, кто сделает нас чемпионами мира. Мое предложение – Рамзан Кадыров. Рамзан, Рамзан, Рамзан нас приведет к призам. Рамзан, Рамзан, Рамзан твердый как пармезан, не верит мужским слезам, служит примером сам, нужен нашим тормозам. Рамзан, Рамзан, Рамзан. Короче, представьте себе ситуацию. Наши парни, как обычно, готовятся обосраться. Собрались в раздевалке, на тренировке. Друг на дружке рассматривают татуировки. Кто-то пишет тёлки из вчерашнего клуба. Кто-то ролик смотрит смешной из Ютуба. Головин и Дзюба курят кальян. И тут в раздевалку заходит Рамзан. Ребята смотрят на Рамзана со странным ощущением. Мы, говорят, наверное, ошиблись помещением. А он говорит: салам, дорогие друзья. Теперь вас готовить к игре буду я. Мне Владимир Владимирович лично позвонил. Сказал, что я эту проблему срочно решил. И я пообещал ему, что уже этим летом мы сделаем всем салам алейкум. Мои тренерские методы очень просты. Поменьше давления, побольше доброты. Чтобы показать, что злых намерений у меня нет, вот я на стол кладу пистолет. Мы должны, ребята, дойти до финала. Поэтому я хочу, чтобы вас ничто не отвлекало. Чтобы вы на смартфоны не отвлекались, я сейчас отниму у вас всех большой палец. Чтобы первое место завоевать, сейчас будут тренерские инструкции я вам давать. Вы все должны голы забивать, а вратарь ваш должен голы отбивать. Ну, все, тренерские инструкции вам даны. Теперь идите отстаивать честь страны. Удачи, ребята, я верю в вас. И помните, жизнь дается лишь раз. Рамзан, Рамзан, Рамзан несется Жирков, как Сапсан. Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке, как Тарзан. Работает тренерский план, не хочет никто в целлофан. Нервно курит Зидан, когда тренирует Рамзан. И вот к концу подошла игра. Мы проиграли со счетом 0-2. Победу празднуют эмираты. Придут в раздевалку наши ребята. И там, не веря своим глазам, наших героев встречает Рамзан. И говорит ребятам Рамзан: я даже не знаю, что вам сказать. Я видел в Чечне много разных фигня, но вы удивили даже меня. Не подходите, я вас боюсь. Впервые в жизни своей я сдаюсь. Сейчас Владимир Владимировичу я позвоню. Скажу, что улетаю обратно в Чечню. Уж лучше там проблемы решать, чем наш российский футбол поднимать. Так, все, отойдите, не утешайте меня. Это не слезы, это капли дождя. А свой пистолет я оставлю здесь, на случай, если совесть у вас все-таки есть. И вот за Рамзаном закрылась дверь. Но ты, болельщик, в лучшее верь. Пусть не помог нам даже Кадыров, мы обязательно станем чемпионами мира. Возможно, в эту секунду в сибирском селе на свет появился новый Пеле. И ножками дрыгает он на столе. Вперед, Россия! А, неси, Россия! Оле!